Всем привет! Приветствую всех вас на своем канале. Сегодня хочу вместе с вами приготовить вкусный и сладкий плов. Нам нужно лаваш, масло, чернослив, курага, пропаренный рис, изюм, сушеная вишня или черешня, мед, соль по вкусу. Для начала варим рис. В кастрюлю насыпаем рис. Заливаем водой. Добавляем соль. Перемешиваем и ставим на огонь. Варим до готовности. Пока варится рис, подготовим чернослив и курагу. В горячую сковороду наливаем масло. И обжариваем наши сухофрукты. Добавляем мед, перемешиваем и убираем с огня. Нарезаем на кусочки лаваш. Все подготовили, а сейчас собираем наш плов.
отправляем в разогретую духовку на 30 минут. Такой плов у нас получился. Сейчас мы его разрежем. Мы с вами приготовили. Надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте ваши комментарии. Включите колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео. Желаю всем приятного аппетита!